Не может быть поколеблена. Полю пока трудно сказать, потому что в таком сочетании я еще атаку Ромы не видел. Зидан отдает и футболиста Ювентуса. Нельзя было отдавать вперед, потому что было положение вне игры. Нарушение правил против Зидана. Пробьют футболисты Ювентуса. Потери мяча. Сразу же отскакивает в середине поля футболисты Ювентуса. Мяч. Потеря. Ювентус. Зидан на правый фланг. Мог отдать чуть раньше. Сейчас пока еще что-то такое там мудрит. В конце концов, не дав себе передохнуть на месте правого защитника, Ринальди поиграет халфбеком. Плохо обрабатывал мяч Зидан. Сопернику Зидан. Ну вот такая сумбурная игра в центре. Чуть было мяч не... Игрок Ромы и готов был уже устремиться вперед, но передвижение тренеров у скамьи запасных не выходил. Да и вообще вел себя поприличнее. Просто блестящий Инзаги. Инзаги в конце концов вылез из сложной ситуации, сыграл мяч назад. И продольный пас Зидану. Зидан. А, Зидан красавчик. Угловой выполняет Ювентус. Это наигранный вариант. Подача как бы на ближний защитников, много атакующих. Зидан вступает в борьбу, погладил мяч так ловко, очень быстро развернулся. Делает прострельную передачу и держки мяча. Может быть, чуть пораньше пас отдавать. Получил мяч, увидел открывшегося игрока. Передача заставить соперника побегать без мяча. Ну вот таким вот образом. Оп, красиво. И таким образом голкипера будет защищать Стенка. И Зидан у мяча. Вот удар по воротам. Мяч в сетке ворот. 1-0. Ювентус впереди. По точности, по силе самое главное. И посмотрите, к тому же еще. Точно в ворота. Но 1-0 впереди Ювентус. Ну, может быть, кто-то скажет, что сейчас получилось. 1-0 впереди Ювентус. Все-таки так построже играет в обороне, если брать его в игру в целом. Зидан, пас в разрез, вратарь. Напомнить себе о том, что он не прав. Смотрите. Обрабатывает мяч Дель Пьеро на замахе Якоб. Но, тем не менее, вот смотрите, пас Зидана, Дель Пьеро на замахе укладывает в работу получше в игре Зидан. Выберется или нет? Хитер. Специально ударил мячом в ногу. И с тем, чтобы... Зидан. Позицию по центру. По правилам показывает судья, а сейчас нет. Будет спешить, конечно же. Но, по-моему, Зидан нарушил правила. Вот точно такой же эпизод следующий. Посмотрите, против него. Конечно, было нарушение. Наличный лидер 14 очками. В случае успеха Ромы, ему становится 14 очков. Он достает Лацио. Это там защитник Зидан. Дель Пьеро. Споткнулся о ногу соперника Кафу. Ювентуса. Дебютант великого клуба. Претензий к нему никаких. За все 6 матчей. Друзей не торопиться. Спокойно разобраться, разойтись. Да, ну вот видите как. Это нормально. Зидан. Зидан с мячом. Зидан. Стенку игра. Еще одна. Зидан. Тудор перехватил мяч, направленный его сопернику. И Зидан. Вот как раз. Оборона Ювентуса, конечно, и вратарь продемонстрировали великолепную организацию. Великолепную.
Жуниру Зидан. Так, желтая карточка Зидану. Ха-ха, берите пример, судьи наши уважаемые. В то же самое время предупреждение. Предупреждение. Зидан удален? Да. Зидан удален с поля. Смотрите, как картина, он валится в штрафной площади, стремясь ввести в заблуждение в первую очередь публику, судью.